Сценарий церемонии открытия написали заранее, но у непосредственных участников было всего пару дней, чтобы выучить движения и роли. Само действие – синтез спортивных элементов и технологий. В смену приехали около 2000 школьников, по 16 от каждого региона. Они будут соревноваться в легкоатлетических дисциплинах, выполнять силовые упражнения, зарабатывать дополнительные очки на шахматах, плавании, бадминтоне, мини-футболе, дарте. Кроме того, будет творческий конкурс и задание на эрудицию. В первую очередь они получают оздоровительный эффект. В вторую очередь они получают физическое развитие. Соответственно, учитывая, что президентские состязания не носят в себе только спортивную составляющую, но и образовательную, и интеллектуальную, они получают всестороннее развитие. Церемония открытия проходит на центральном стадионе с беговыми дорожками. Также есть спортивные площадки и современный 50-метровый бассейн. Помимо персонала, в организации принимают участие 40 добровольцев. Заявки на участие в качестве волонтера на президентские состязания подало свыше 400 разных участников всех разных смен в течение всего года. И это большое достижение, что ребята будут участвовать в подготовке спортивных мероприятий, в их освещении, в элементарном создании событий, встречи гостей, и, возможно, кто-то из них станет профессионалом в области организации спортивных событий. В первом этапе отбора приняли участие более 11 миллионов школьников. Команды школ соревновались на уровне муниципалитетов, а победители на краевом уровне. Организаторы отмечают, что большая часть финалистов из небольших городов. В их числе Вячеслав, его команда из города Кингисепп, Ленинградской области. Сам он занимается дзюдо. Кроме того, в команде есть биатлонисты. Мы готовимся к соревнованиям, сложным, потому что мы видим, сколько команд приехало. Мы думаем занять, хотя бы ближе к призовому или призовое место. Мы будем стараться, даже очень. Марина из Владивостока занимается танцами. Ее коронная дисциплина – бег на короткие дистанции. В прошлом году команда заняла здесь же 25-е место. Девушка считает, что на уровне страны это неплохой результат. Мы еще с того года очень надеялись, что попадем во второй раз. Очень хорошее впечатление. Вспоминали каждый день, каждую минуту. Программа соревнований рассчитана на 21 день. Во время церемонии открытия шел дождь, но бархатный сезон на Черном море никто не отменял. Она поприветствует всех участников соревнования в одном из лучших пионерских лагерей Краснодарского края и России. Вам всем честной борьбы, удачи, успеха, хорошего ласкового солнца, теплого моря, незабываемых впечатлений. Удачи вам, всего вам самого хорошего. Победители президентских состязаний попадают в один ряд с чемпионами страны, мира, Европы, Олимпийских игр. Организаторы считают, что это важный элемент личностного роста.